Библейский археолог Дон Верден получил мировую известность благодаря невероятным находкам в Святой Земле. Открытия Дона тронули миллионы сердец, подтвердив правдивость библейских текстов. Мы находимся на том самом месте, где Давид убил Голиафа. Я Давид, и у меня всего один шанс попасть ему прямо промеж глаз. Ты ей матку выбить, Дон? Прости, ради бога, Кэрол. От режиссера Суперначо. Дон, посещаемость нашей церкви летит ко всем нечистым. Сатана с самого утра портит нам день. Подсовывает завтрак от лукавого. Яичница, яйца, мошонка. Чёрта с два, сатана. Я предлагаю привезти артефакты сюда. Священная земля должна быть здесь у нас, в США, как положено. А не бог знает где. Мне кажется, я напал на след черепа Голиафа. Дон, ты летишь в Израиль. На пороге величайшего открытия. Здесь копать нельзя. Достань нам череп. Ради веры. Знаешь, иногда во имя высшего блага в жизни необходима ложь. Прости меня, Господи. Можно и соврать. Ты расхищать гробницы, я сдам тебя в полицию. Уверен, мы сможем договориться. Хочу жену дом, чтобы была мягкой, нежной и горячей, как стриптизерша. Дамы и господа, череп Голиафа. Поздравляю, твоя церковь снова почти на плаву. Разыщи всех, кто в этом замешан, и подложи дохлую псину в машину каждому. Приготовьтесь! Мы во всех новостях. Все хотят с нами дружить. Ух ты, какой красивый. Кафере! Нужно что-то крупное. Святой Грааль артефактов. И что же, например... Святой Грааль. Библейских масштабов. И где же, блин, мы его возьмем? А я откуда знать, из задницы выковырять? Сэм Роквелл, Эми Райан, Джемейн Клемент, Лесли Би, Уилл Форте и Дэнни Макбрайт. На карту поставлено спасение бесчисленных душ. У меня мысли путаются, я словно в тумане. Будто сам Люцифер пернул мне в мозг. Все хорошо, родная. Дон Верден. Для чего Аль-Каиде мог понадобиться череп филистимлянина, я не представляю. Они наверняка планировать армию аль-каидских великанов. Скоро в кинотеатрах.